Пам-пам-пам! И, ребята, всем привет! С вами снова я, Вика, и вы на моем канале. И сегодня офигенный день. Во-первых, сегодня день города, а то есть 9 число, вроде бы. Да, 9. Суббота. И сегодня будет целых два мероприятия у меня. И первое мероприятие — это будет открытие нового батутного центра в Зеленограде, в Зеленопарке, в торговом центре. Название его — «Атмосфера». На самом деле очень много филиалов по Москве, и не только в Москве есть, есть в Москве в Метрополисе, в торговом центре. Вот, будет совершенно бесплатный вход. Вот, мы едем туда с моими родителями, ну, папа прыгать не будет, а мама будет, с Полиной, с Антоном и с Ингой. Что сейчас у нас еще до отъезда довольно много-много времени. И, ну, в общем, встретимся уже либо в машине, либо в Зеленопарке. Короче, до встречи. Поехали! Мы уже в батутном центре, минут как 15. И... Раз. Я не труп. Два. Три. Четыре. И вот моя мама. Мам! Мам! Палево! Мешок картошки. It's like a computer, the flow is updated to the latest version. Got more than a J on me, when I'm inside the studio, you're murking, facts. We ain't broke, everything's working. Same rhyme scheme, but a different version. Still on my job, still the same person. Man diss me, I'm dead, that's certain. I ain't gonna act like I ain't never heard them. Can't hold back, I'm always up front. Bad man don't stand behind curtains. Back.
мы все красные, у нас уже закончился сеанс, хотя мы даже на 9 или 10 минут задержались. Ребят, здесь очень круто, серьезно. Это просто мечта. А вот Полина наша мечта. Инга уже ушла, мы сейчас отдохнем и пойдем тоже. Волосы. Ребят, на День города мы с родителями решили не ехать, потому что подумали, ну, во-первых, певцы к нам в Зеленоград приезжали, ну, не самые интересные, не самые крутые, да, поэтому мы решили никуда не идти, а просто прогуляться с барбосами. Всем спасибо за просмотр, я надеюсь, что видео вам понравилось, так что поставьте лайк, подпишитесь на мой каналчик и обязательно приезжайте в батутный центр атмосферы, там действительно все настолько атмосферно, что просто аж дух захватывает. И до следующего видео, ну а пока.